Добрый день, дорогие наши друзья! Мы очень рады сегодня приветствовать вас в стенах не только этого отдела, но и библиотеки Горького. Вы знаете, что Рождество традиционно – это семейный праздник. Почему нам очень приятно сегодня видеть в гостях вот настоящих друзей библиотеки. То есть вы тоже наша семья. Вы тоже наша семья. И фильм у нас такой, очень теплый, очень светлый праздник. Потому что, наверное, трудно найти более светлый день, чем действительно день рождения. Спасибо, Господи, всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, открывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей. И с улыбкой полной ласки прошептал: смотри сами. Ведь сегодня Рождество, Рождество, Рождество. Матушка зима пришла, отворяй ворота, пришли святки, пришли колядки. Колядка от латинского слова коляда, это первый месяц года. Это обрядовые песни с пожеланиями богатства, здоровья и хорошего урожая. Исполнялись колядки в ночь над Рождество. И еще слово коляда происходит от имени старославянского бога Коляды, давшего календарь. Коляды – дар. Коляда – это бог торжества и мира, которого древние славяне чествовали в день солнцестояния 22 декабря. Вечно славим его воду в этот день, разрешите всех поздравить с Рождеством. Ходят по хуторам, собираются детки, маленькие с горок катаются, на санках сюда промотаривают. Вот, а мужчины, молодые мужчины, девушки собираются с крысорубами и идут по селу, по хутору, на хутора, на дальние там, халя-баба. И с этими песнями славить славление Христа, вот, они посещают каждый день. А их никто не должен прогнать, должны все встретить.